И сегодня мы будем распаковывать телескоп. Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать телескоп. Юля получила его в подарок. Кто смотрел наше прошлое видео? Где мы подарки распаковывали. Да, где мы распаковывали подарки. И мы сказали, что в следующем видео мы будем снимать распаковку телескопа. Пришлось побыстрее распечатывать его. Вот входит такой... Ух ты! Вот входит такой вот рюкзак. На плечике. То есть, если едешь в путешествие куда-то, очень удобно переносить. Он весит всего 2 килограмма. Немного. Ведь, ну, без рюкзака. Сейчас нам папа откроет, что тут у нас входит. Так, входит вот инструкция. Правда, все на немецком языке. Ой, ничего не понять. Ну, мы так... Инструкция, а вот такая вот созвездие. Карта созвездие, да. На каждый месяц. Угу. Наблюдать будешь за созвездиями, за Луной и за планетами. Что тут у нас будет? Основной телескоп. А, основной телескоп. Да. Ножки, угу. Чтобы мог ходить. А, вот штатив. Этот штатив, тренок такой. Он должен увеличиваться на высоту. То есть его можно вот короткие ножки делать, да? Покажи. И длинные. У нас еще телескопа не было, поэтому мы тоже снимаем. Вот так он. А, то есть его можно... Это... Похоже как-то телефон. Ножки у него... Можно. А, на высоту. Да, он будет больше меня. Фиксировать вот так ножку. Здесь ножки гуляют. Ясно. Да, потом... Регулируется для устойчивости. Да. Угу. Сложить его можно. И вот наблюдать даже можно будет на такое. Здесь тебе так, Юлик, наверное, удобнее. Уровень, по которому ставится. Ясно. Что? Теперь есть ручка, которая здесь еще один уровень есть, которым управлять тут надо. Здесь еще. То есть он не сложно собирается. Есть, да, есть еще крючок. Одна ручка, которая поднимать. Можно регулировать туда-сюда. Ясно. Здесь фиксируется так. Но мы посмотрели отзывы про этот телескоп. Он на втором месте. Да, он для детей вообще идеальный. То есть он подходит и детям, и взрослым. Значит, это сам телескоп. Угу. Ой, ты уже не можешь дождаться. Все. Быстрее прыгаешь. Хочу ветер увидеть. Вот такое накручивается, я понимаю. Мы просто все названия точно не можем назвать, ну, потому что пока что мы дилетанты. Подставка для штатива, я понимаю. Не профессионалы в телескопах, поэтому... А тем более все у нас в инструкции на немецком языке, и я не точно могу перевод дать. Меня видно? Нет. Слишком похоже? Большая. Нет, слишком маленькая. Во-первых, хорошо, что он немного весит, всего 2 килограмма. Да, я даже... Да, потому что пойдем. Даже ребенку... Ну, удобно переносить. Даже брать с собой в отпуск, куда-то лететь, да.
немного весит, потому что в основном есть там и по 5 килограмм, и телескоп, и 7 килограмм профессиональные, даже выше. Это искатель самого объекта в небе. Как он луну, вставляется, как в оружие оптический прицел. Типа ты тут ищешь сначала планету, а потом смотришь на нее. Сюда накручивается угловая 45-угловая зеркало, которое на основном. Такое красивое зелененькое колесико. Ладно. Это, кстати, вот то, что ты показываешь, это чтобы смотреть на Луну, линза. Кстати, зеленая. Юля, ты знаешь, что через телескоп вообще на Солнце смотреть нельзя? А испортишь глаза сразу. Да, поэтому нужно ослепнуть. Вот так вставляется. А что мир теперь зеленый? Дальше, наверное, сюда вставляются уже вставляются окуляры и линзы просто. А, тут два окуляра, да? Да, одни окуляры, да, я понимаю, 25 миллиметров глубины, а это 10 миллиметров. Не знаю, какой-то... Наверное, один для взрослых. Для взрослых, да. Другой для детей, да, используется. Надо будет это все. Ну, все, и адаптер для телефона. Ну, а так ты уже все почти сложил, да, быстро. Ой, как хорошо, быстро собирается. На линзу. Да, он очень легко собирается, очень легко разбирается. Да, но я пока что ничего не вижу. А вот так он одевается, наверняка вот так. Сюда. А, можно к смартфону подсоединять, к телефону. Ну, прикольный. Когда я понимаю, вот так вставляется. Будет сегодня линза. Затянутое небо, вот вообще так. Дождливо очень, ничего не видно. Но вообще будет солнечная погода, посмотрим мы здесь вечером на Луну, прямо на полнолуние, ой, на твой Юпитер, на планеты будем смотреть. Вот так адаптер одевается, я понимаю, сюда для телефона. Я ничего не понимаю. Здесь накручивается, чтобы оно держалось, закрепляется. Ясно. За ручку. Дай посмотрю. Управляется, крутится. На меня посмотри. Надо установить. А чего такое маленькое? Ставить, потом угол выставлять. Так можно. Под углом. То есть его только вниз и вверх можно, ну, регулировать выше. В стороны вверх, их нельзя. Вправо, лево. Инструкция. Ну. Почему? Можно и вверх, и вниз. Я же говорю, вверх и вправо, влево. Влево. И, а поднимать этим. Ну, все. Вот так вот выдвигается. Ну вот, Юля, вот тебе твой телескоп. Вот увеличивается, это приближается, удаляется. Да, но почему я такая маленькая? Направляешь себя. Даже посмотреть. Ну, это ж тренок потом можно сделать тебе под высоту, когда будем за объектами наблюдать. Оно непосредственно ставится, чтобы ничего не шаталось. Устойчивое очень. Устойчиво, на ровном месте. А у меня куда? Ты увидела маму в увеличенном виде? Не, я ничего не жду, какая-то белая. Понравился мой телескоп, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Пока-пока. Иди смотри, когда будет чистое небо, хорошая погода, будем наблюдать за звездами.